Отметился аномальный холодный месяц и очень высоким давлением для Хакасии. Норма это 741 миллиметр ртутного столба. Сейчас эта цифра составляет 768. К тому же последние дни января будут бесснежными и безветренными, что не позволит выстуженному воздуху покинуть Хакасию. Природа, по расчетам синоптиков, порадует нас только в феврале. В феврале среднемесячная температура прогнозируется минус 14 градусов. Это на 3 градуса выше многолетних значений. В первую декаду днем ожидается не ниже минус 8, минус 13. Ночью достаточно холодно и в пределах минус 20-25. И опять же без осадков. Если верить прогнозам синоптиков, после 10 февраля можно будет доставать весенние куртки. Днем всего минус 2. А в конце месяца столбик термометра поднимется даже выше 0. Насколько оправданы предсказания метеорологов, станет понятно уже через неделю.